Ну что, выходим с площади рынок и попадаем на новый доск. Цветочки. Но доск не этот. Смотрите, какая красота. Сейчас, наверное, подойдем ближе рассмотреть. Немножко путаемся еще в картах. И Наташа пока смотрит, что это такое. Не-не, каждый, они просто карту продают. Так, карта не показывает, что это, поэтому придется узнать самим. Прям по нашему пути. Какой же центр классный, особенно когда его перекрывают. В общем, друзья, снова берем вас с нами. Идем исследовать прекрасный Львов. Ой, смотрите, какая интересная гирька висит. Это разве гирька? Как булава прям. Может, это что-то... Правда? Может, это что-то как звонок какой-то? Да, прикольный звонок. Ну, это я так понимаю. Так, мы сейчас посмотрим, что это. Трамвайчик. Как же я соскучилась по трамвайчикам. Фресочки видно уже. Ох, чуть не уехала. Ну, человек зубы чистит правильно. Молодец. Так, все, конечно, чтобы осколки не отлетели. Сегодня уже была тревога. Все памятники старины практически закрыты. Я думаю, что нам с вами придется обойти просто все. Трудиться была закрыта, надо было открыть позже. Пусть автоуворчивая, тут все так, но она была там. Наташ, нам же нужно знать, что это. Идем обойдем. Сейчас чекаю. Я перезагрузила карту. Ну, идем все равно, прогуляемся. Очень красиво и как-то вообще уютно. Хотя дождь, повторяюсь, прошел, будь здоров. Где видано летом в куртках, в шапке. В бандане. А хотя где видано? Простите, Краков прошлый год. То же самое было. Сейчас. Еще раз? Латинский кафедральный собор. Боже, какая красота. Латинский кафедральный собор. Катедральный. Угу. А это, так это и есть каплица Боимов. Вот она, каплица Боимов. А мы думали, что, где она уже? Красота какая. Подожди, а туда что, зайти нельзя? Ну, видимо, нет, а как-то зайти. Может, как-то ну, смотрела часы работы, вроде туда можно было зайти. Да там было интересно. Угу. Тоже она светлая сегодня. Да вообще, смотрите, просто. Ну, смотрите, точно на реставрации. Вот, не повезло-то. Хотели вам ее показать. Называется часовня Боимов. По-украински каплиця Боимов. Тут, кстати, удобно, можно отсканировать. Вот часовня Боимов, 17-е столетие. Очень красиво. Ну, кому интересно, читайте историю, мы вас грузить не будем. Просто гуляем, чуть не ляпнула Краковым, гуляем милым Львовом. Показываю вам доски. Сейчас здесь тоже посмотрим. Если это каплица Боимов, то вот это вот, еще расскажи, Латинский кафедральный собор. И здесь еще одна какая-то достопримечательность должна быть. Точно помню. По-моему, что-то связано с Петровым Павлом. Лужицы, лужицы. Кафешечки, все работает. Как будто нет тревог. Тут фотоаппарат перечеркнут, поэтому да.
А тут вспышка, по-моему, перечеркнута, не? Ну, поскольку там снимать нельзя, мы заглядывать не будем. Ладно уже, а? Да, и вот еще, по-моему, еще один ДОСТ. Тоже интересно, может, здесь что-то видно. Красиво так поют. Ну, здесь зайти можно, не перечеркнуто. Идемте, зайдем. Вышли уже с Латинского катедрального собора. Красиво послушали немножко. Наташа сову обнаружила. 1892. Да. Похожую сову мы в Кракове видели в университете. Еще ученые. И трамвайчик. Не могу не нарадоваться. Кто любит трамвайчики, кататься там, пишите. У нас в городе немного трамваев осталось. А раньше я часто на нем ездила. Так, все-таки, что вот это вот красивое? Сейчас с вами пойдем и посмотрим. Ух ты, такой светофор прям для трамвая. Ой, тут еще на велике можно уехать. Красота какая. Переходим, смотрим. Угу. Проезжая часть. Ну да. Так, вот эту вот красоту мы еще должны посмотреть. Вообще класс. Ну, спасибо, уже по такой плиточке идем нормальной. Красиво так все оформлено, кафешечки и достопримечательности. Вот просто еще что-то вот там вот виднеется. Ну, это что большое такое. Сейчас подойдем ближе, посмотрим, либо Наташа узнает в гугле. Класс. Да, гарнизонный храм. Да, да, да. Это было третье. Апостолов Петра и Павла, по-моему. Да. Ну, это вот все три ДОСТа, которые вместе. Патрон. Госпатрон. Точно. Так, сейчас, наверное, отойду чуть-чуть, потому что храм очень большой, красивый. Хочется вам его показать. Что? Посмотри, язык показывает. Еще на бок это. Язык. Вот Наташа замечает всегда. Просто рот, еще уши какие у них. Посмотри, какие у них уши. Это же эти как? Не знаю, сатиры, да-да-да, с такими. И такой язык. А там козы, это фантастика, козы, да. Ты с ума сойдет, люди украшают. Так, заглядываем. Боже, какие улочки, посмотри, ну это вообще круть. Просто в каждую не зайдешь сейчас. Так, ну вышли. Поворачиваемся, смотрим. Хотела сказать, смотрим в торец, но прозвучало что-то не так. Немножко с вами порассматриваем узоры. Так, ну давайте рискнем, пройдем немножко внутрь. Ну хорошо, мы снимем только чуть-чуть. В это время мне очень нравится. Такие молодые все, посвящили, и волоса красивые, женщины такие красивые. Да. Так, камера же не перечеркнута, он тогда смело входим. Тоже красиво.
Вперед. Вышли из храма, и такие, Наташа обратила внимание, шикарные дымоходы. Как домики. Интересные. Может, там домики? Может, там Карсон? Не знаю, не понимаю. А вон девушка с парнем стоят на крыше. Ага, да, вижу. Вот свидание у людей, мы немножко их заметили. Удачи вам, ребята. Да не, она там что-то фотографирует, а он просто стоит. Почему такое название? Гарнизонный храм. Гарнизонный. Не знаю, может, здесь гарнизон располагался. Хотя видишь, сколько флагов? Я думаю, как это как будто бы военные флаги. Ну вот, смотрите, за одно видео показали вам три доста, которые просто рядом друг друга. Надеюсь, вам было интересно. Красота. Гарнизонный храм Петра и Павла. И мы ныряем в подворотинку. Ну, вперед. Так, друзья мои, новые приключения. Проходим подворотню. Вы с нами. Люди живут. Что-то фреска какая-то рядом с вами. О, же тут люди живут. Мама дорогая. Мама дорогая, в смысле классно? Не знаю. Да, фресочка. Ну ничего, идем. Наши подписчики с нами, нам не страшно. Что нам должно быть вообще страшно? Нет, не страшно. Еще даже не темно. Это Львов. Это Украина. Все хорошо. Вообще уже. Ага, вот люк. Смотри, что написано. Львив водоканал. Красивый, смотри, герб какой. А там выход. Короче, там написано тут площадь рынок вперед. То есть мы пройдем и пойдем на площадь рынок. Да, вон ратуша уже. Вы уже ее видите. Мы тоже. А что, так разрешено? Мы его просто типа нервничаем. Это просто только бонги продают. В Польше разрешено. А потом переезжают за границу. Здесь еще нет. Кстати, напоминает, мы в Кракове, помнишь, какую-то улочку завернули? Еще, по-моему, я называла видео «Бухают все». Мы реально идем, и там все люди сидят и подпевают. Так хорошо было. Бомбетли. Привет, красавчик. Сигарный дом прям. Красота. Ну вот люди расслабляются после рабочего дня и всех тревог. Сегодня тревога была. Сирена орала, дождь шел. Большой день такой. Не знаю. Такие соус-кафе. Прикольные барные стоечки, милые такие. Вот мы с вами и проходим сквозь эту арочку и выходим на площадь рынок, которую мы с вами уже обходили сегодня. Было интересно, пассаж Андреолли называется. Просто плохо видно, 1803 написано. Ну вот ратуша и площадь рынок. Благодарны за комменты и лайки. Всем пока. Наташка тоже смотрит. Опять смотрит. Ты вот куда ни посмотри, тут будешь стоять и втыкать просто это безумно.